Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кентуха вам расскажет о очень крутых, прям очень крутых идеях, которые просто необходимо добавить в игру Black Strike. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, потому что если разработчики посмотрят это видео, они очень вероятно, что они его посмотрят, то они увидят, что много лайков, они поймут, что данная идея вам нравится, и тогда, ребята, их обязательно введут. Так что не ленитесь и просто обязательно ставьте лайк. Ну что же, а мы начинаем. И наша первая идея — это, ребята, добавить торговую площадку. Ну вы согласитесь, но у каждого из вас есть лишнее оружие, даже у меня. Вот у меня куча лишнего оружия. Вот я хочу, к примеру, хочу обменять свой второй керамбит на флип-найф. А почему бы и нет? А вдруг у кого-то есть два флип-найфа, но нету керамбитов? Так что, ребята, торговая площадка была бы очень-очень полезной. Кто согласен, ставьте лайк и пишите ваше мнение снизу в комментариях. Идея номер два. Ребята, ну где, черт возьми, техподдержка? Вот, к примеру, мне не пришло золото. Ладно, я напишу Рауму или Тайберсу ВК, да? А что сделаете вы? Вот вам не пришло золото, к примеру, да? Ничего, потому что техподдержки просто-напросто нету. Поэтому я считаю, что необходимо просто в обязательном порядке, необходимо, ребят, ввести техподдержку. Кто согласен, тоже, ребят, ставьте лайк и пишите в комментариях ваше мнение, потому что бывают разные проблемы. То ли забанить читера, то ли не пришло золото, то ли какие-то баги. Вот надо добавить техподдержку, ну хотя бы одного человека, ребят, хотя бы одного человека, было бы неплохо. Ребята, следующая идея, она в принципе не очень важна, но как по мне, но было бы неплохо. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно поменять команду без перезахода? Да никак, поэтому, ребята, нам необходимо... функция смены команды. Это было бы очень, и еще раз, ребят, повторюсь, очень круто и очень полезно. Потому что бывает, я хочу поиграть с братишками, а в итоге братишка в другой команде, в итоге надо перезаходить. Короче, ребята, куча гемора и бла-бла-бла. Поэтому нужна кнопочка смены команды. Покажите мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, который не любит халяву. Ребят, я люблю халяву, вы любите халяву. Я вообще, наверное, люблю халяву больше, чем вы все вместе взятые. Короче, ребята, я предлагаю. Вот если я, допустим, хорошо играю, и если я на первом месте в рейтинге, то есть там есть рейтинг игроков, да? Если я на первом месте в рейтинге, то, ребята, добавить бонусы. Ну, блин, ну где бонусы? Я хочу бонусы, не знаю, хотя бы опыт. Просто в бонусах там, допустим, 200 опыта. К примеру, если я на самом верху в статистике, и если играет 12 человек, и, к примеру, если это только командный бой, вот, чтобы 12 человек, чтобы не фармили, то чтобы, ребята, были бонусы, если я играю лучше всех. Я считаю, это справедливо, это круто, и было бы очень полезно. Ну, в принципе, ребята, и на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы согласны с моими идеями. Потому что, ребята, как по мне, я говорю только самые важные, говорю самые полезные. И говорю не те, что просто, чтобы, типа, было видео, был хайп, а говорю те, которые я сам хочу, чтобы их вели. Так что, надеюсь на вашу поддержку. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!